Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». И прямо сейчас я поделюсь с вами идеями для ваших насыщенных и интересных выходных. Отдушина для всех любителей кино. Образовательные вечера в музее Эльдара Рязанова. Эта суббота в музее будет посвящена работам Михаила Рома. Это многогранный режиссер, создатель культовых документальных фильмов, а также игрового кино самых разных жанров, от военных драм и до шпионских триллеров. Лекция состоится 11 февраля в 17:30. Провести время всей семьей можно будет в библиотеке народов Поволжья. В воскресенье 12 февраля всех желающих ждут на семейное занятие «Музыкальные истоки». Участников ждет увлекательное путешествие в древние времена, когда музыка только зарождалась. Вы узнаете, где появилась музыка, как она могла звучать тысячи лет назад и какими были первые музыкальные инструменты. Начало мероприятия 12:00. Событие, призванное объединить истинных любителей чтения. В городе работает Самарская книжная ярмарка, в которой принимают участие книгоиздатели со всей России, авторы и читатели. Древние книги, интересные лекции от музеев и библиотек, спектакли и концерты, мастер-классы и многое другое с 9 по 12 февраля в выставочном центре «Экспо Волга». Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей на свои спектакли. 17 февраля «Алабин. Паралич сердца». В следующем году исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося общественного деятеля, бывшего городского главы Самары и ее почетного гражданина Петра Владимировича Алабина. Эта пьеса не скучный перечень его заслуг, а вполне детективная история, которая будет интересна не только жителям Самары. Начало спектакля в 19:00. 18 февраля «Евгения» по пьесе Пьера Бомарше. Это первый драматургический опыт автора, подарившего зрителям «Женитьбу Фигаро» и «Севильского цирюльника». В центре сюжета запутанная любовная история юной девушки Евгении и молодого графа. Начало спектакля в 18:00. 19 февраля состоится спектакль по озорной пьесе Островского «Горячее сердце». Зрители ждут уморительно смешные персонажи, остроумные диалоги, цветистая народная речь. Начало в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.